Полицейскими задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов в крупном объеме. Владелец авто, в котором были обнаружены лекарства, доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Кизлярского района. Препараты изъяты и направлены на экспертизу. По предварительной оценке, обнаруженное оценивается в 2 миллиона рублей. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.